Ну что ж, друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем хардкорное прохождение Resident Evil Remake первой части. Вот, и пора отправиться за пределы особняка. Вот. Так. Я не знаю, ножик оставим? Ножик, наверное, оставим. Ладно. Если что, я думаю, по пути нам будут попадется еще ящик. И я думаю. Так, ну не сюда. Я думаю, если что, мы скинем лишнее. Так. А, здесь шлем. Не туда повернул. Пойдем через ворон. В принципе, раз вороны сидят, я думаю, здесь больше никого не должно быть. Ни зомбарей, ни собак, ни еще прочие дряни. А дряни в этой игре навал. Ломится в дверь. Как бы он ее не выбил. Вот что я все остерегаюсь. И боюсь этого. Потому что не так просто победить этих жмотов. Как и остальную падаль. Так, наверное, пойдем так. Там у нас змея была. Кстати, а если вернуться в ту комнату со змеей, ее там не будет? Лежит интересное и вкусное. А что, дверная ручка сломана, вы не можете пройти? Да ладно, в чём за прикол? Ха-ха. Придется идти низом. Че я могу сказать? Ну, в принципе, здесь недалеко. Спуститься по лестнице. И мы уже на месте. Дверь похожа на сову. Там этот чувак все бегает с ножом в башке. Один из первых зомбаков, которых мы встретили. Так. А здесь у нас ничего не появилось. Больше патрончиков там. Никаких. Блин, гром меня напугал. Я аж дернулся. Да что ты? Эх, ничего не положили, уроды. Хотя бы, не знаю, патрончиков для пистолета бы засунули. Жматер.
Воу! Чё? О, жесть! Не-не-не-не-не-не. Я обойду стороной, короче. Не буду с ними связываться. Не хочу. Да ладно! Они еще и двери открывать умеют. О, жесть. Сюда-то они не пройдут, я думаю. Преследовать нас всю игру не будут. Так. Отлично. То, что доктор прописал. О! Тоже другое дело. Патроны для дробовика. Аптечка у нас тут. Так, ну аптечку мы... Блин, жизни. Ну ладно, аптечку мы трогать не будем. Садовые инструменты, они бесполезны. Аптечку мы трогать не будем. Различные горшки, инструменты, а вот... Гранатку мы возьмем. Пригодится. Аптечка пускай у нас пока стоит на всякий пожарный. Жесть. Так, этой локации я тоже не помню. У нас не, в оригинале не было такой локации. По-моему. Похоже на какой-то указатель. Каждое направление сопровождается подписью. Север — долина разрушений, юг — пещера ненависти. Восток — верх безумия, запад — путь мести. Здесь выключатель. Так, очередная у нас головоломочка. Так, я пока не соображаю. Давайте дойдем. По-любому на статуях что-то должно быть написано. Еще один. Еще одна. Понятно, то же самое все. Что и с красной. Статуя с голубыми глазами. Надпись гласит: «Последние вздохи разрушения». Статуя с красными глазами. Надпись гласит: «Боевой клич мести». Угу. Ворота откроются тогда, когда желания сторожевых псов будут исполнены. Будут исполнены. С красными глазами. А, короче, я понял. Статуя с красными глазами. Боевой клич мести. А это у нас вздохи разрушения синие. Боевой клич мести. И разрушение. Здесь у нас что на табличке? Север — долина разрушений. Так, надо красное, получается, на север повернуть, а синее на запад. Красное на север, синее на запад. Так, где там Норд? Отлично. Это у нас на запад. Так, Вест.
откроется? Нет. Правильно же сделал. Нет? Разрушение. Синее разрушение, а это месть. Месть же. Синее разрушение. Правое. О, синее разрушение, красная месть. Так. Север. Север. На Н. Так. И запад. А, я наоборот же нажал. Блин, вот это месть. Вот так. Перепутал, малёха. Так. Это у нас... На Н. Отлично. Короче, противоположные друг другу. Надо было повернуть их спина к спине. О, вороны. Так. В углублении что-то написано. Когда ветер подует на земле, тогда звезды засияют на небесах. На выступе что-то вырезано. Две вертикальные линии, крест и три горизонтальных линии. Может, это какой-то символ? Так, у нас есть символ ветра. По-моему, медальон ветра. Только он у нас не с собой, да, получается. Надо искать ящик. Не возвращаться же в особняк. Оу. Эй. Такой же клич мы слышали там за воротами. Помните? В особняке. Что-то мне нехорошо. Огромная статуя стоит в темноте. Стоит статуя. Так. Вообще жуткое место, жуткое. Прям. Прям такое напряжное. Туманчик такой, ветер воет. Волки или кто там, собаки эти. Гнилые. О. Это, наверное, сторожка этого. Охрана. Дом охраны, наверное. Так, здесь у нас ничего. Так, лужа выделяется, я не знаю. Что-то... Ничего не делается. Окей. Давайте... Постучимся. Вдруг кто есть живой. Костерчик слышу.
Камин. Значит, здесь кто-то есть. Похоже, огонь недавно развели. Угу. Значит, мы здесь не одни. Зомби-то не будет разжигать камин. Тут висят различные бинты. Могут ли это могут ли эти коричневые пятна быть кровью? А почему нет? Карта локации двор. Мы во дворе, короче, находимся. Похоже, давно никто не пользовался. Кроватью-то. О, печатная машинка. Семейная фотография. Тут журнал, оставленный кем-то. 19. Папочку забрали первым. Мамочку забрали второй. Внутри красно и склизко, белое и твердое. Ненастоящая мама где? Что? И смотрите, эти буквы выделены большим шрифтом. Что-то это значит. Не знаю, где папа. Нашла маму опять. Когда забрали маму? Она не двигается больше, она кричит. Почему? Просто хочу быть с ней. 4. Мама, где? Я скучаю по тебе. Окей. Так, все, больше здесь нет. Старая печатная машинка. Нет. Сохраняться мы не будем пока. О, а вот и ящик. Там капельница какая-то рядом с ящиком стоит. Так, гребень ветра возьмем. Я не знаю, ножик. Давайте выложим ножик. Чтобы хотя бы какое-то место было. Пока у нас есть патроны. Возьмите рычаг какой-то. Не зря я выложил ножик, блин. Изучить. Здесь ничего необычного. Наконечник в форме квадрата. Зеленая ручка, я думал, напишет. Все. С этим пришли. Значит, это нужная. Нужная штука. Пока ее выбрасывать. Воу! Кто пришел? Может, зомби? Оу! Это что такое? Что это? Ай-яй-яй! Жесть! Что это за тварь? Так, погоди. Не время для этого. Слышь, не время для этого. Воу-воу-воу-воу! Давай, залазь, залазь! Валим, валим, валим! Из дома. Я не хочу с таким сражаться. Что это за тварь? Где выход? Такого вообще не было. Валим из этого дома, короче. Блин, у нас в жизни пипец просто. Воу. Еще кто-то.
я обратно вернулся к дому, блин. Так, погодите, где тут выход-то вообще? Я что-то не могу понять. О. Ой. Зомбарера. 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 Нафиг. Нафиг. Такое счастье. Пипец. Еще тут какие-то штуки. Гребни вставлены. Гребень луны. Есть кнопка. Здесь две выступающие линии. Изображение луны. Так. Ладно, значит, что-то надо здесь сделать. На выступе что-то вырезано. А, это вертикальная линия, крест. Давайте попробуем. Тупо переставить, что ли, местами? Так, тут у нас... Тоже, наверное, нажимается крест. Нам главное, чтобы вороны бы тут шалить не начали. Иначе будет жестоко. Отлично. Ого-го, вот это сюрприз. Вот это я не зря зашел. Внутри аккуратно помещен револьвер. Вот это крутяк. Просто мощь. Заряжен патронами для магнума. Какой он красавчик. Так, его мы тратить не будем. Его оставляем для боссов. Надо вернуться, наверное. Я думаю, вернуться в дом. Ну, не в дом, а это откуда мы пришли, на начало. И взять, съесть аптечку. А, черт, хрен мы возьмем аптечку, блин. Можно использовать-то и так. Вы не можете больше нести предметов. Жесть, блин. Как так-то? Ладно. Вот теперь... Я слышу там кого-то. Блин, или обратно в дом возвращаться, я не знаю. Там зомбари ходят. Пипец. Здесь зомби целая куча.
он? Он один? О, слава богу, он один. Фу. О, а эта дверь, смотрите. С этой стороны открывается, главное. Так, окей. Это мы скинем. Спрей возьмем, да, наверное. Блин, я не знаю. Смесь трав давайте съедим. Так. Не пройти, да? Дверь закрыта. Снова в обход, блин. Через зомби. Это ж пипец. Это же пипец. Почему дверь-то сломалась? Наверное, ручка отвалилась. Кто придумал это? Ну, началось. Так, труп. Блин, живой. О, черт, это еще живой. Да ладно, ай. Теперь он мертвый. Блин, у меня жизни опять. О, патроны, патроны, 10 патронов. Пипец. Ну зато дорогу мы очистили, чё. Ну что, теперь тогда можно взять аптечку, у нас есть место. Здесь сейчас тоже кто-то там сокол, когда мы вышли. Псина. Ах ты, тварь! Да отвали ты, нифига себе! О, их три штуки! Пипец. Так, 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 свалила. Иди-ка. Да что ты?
Пипец! Просто на собак столько патронов. Вы что, издеваетесь? Я не знаю. 6 какая-то. Так. Синяя трава, значит. Значит, что-то здесь ядовитое будет. Патрончиков нет никаких. Черта здесь нет. Пипец, надо было просто пробежать, не знаю, блин. Не тратиться на этих собак. Тупых. А, я помню это место. Помню, помню. Мы движемся к этому. К дому охраны, по-моему. Чего? К дому охраны мы движемся. Вы слышите звук водопада вдалеке. И змеи будут маленькие. Поэтому и поэтому синяя трава. По идее, они должны сейчас здесь попадать сверху откуда-то. Странно, что-то не было. Так, вороны. О, кто напугал ворон? Кто напугал ворон? Эй-эй-эй, валим. Я же вроде спокойно шел. Никого не трогал, тихо. Тихо, спокойно так. Так, красную травушку возьмем. Блин, место, правда. Нет. Да нафига. Да блин. О, смесь трав. Можно сделать тройную порцию трав. А, вот они, змеи. Они не в том месте попадали, где я их ждал. Вот, собственно, значит, этот, наверное, дом охраны. О, еще синяя травушка. О, сколько ее тут много-то. Спрей с пестицидом для растений, похоже, он пуст. А, здесь будет этот. Растение это большое такое. Блин, босс будет. Окей. Так, ладно, одну захватим с собой. Пускай будет. Где-то сохранка должна быть, по идее. Да, вот он. Так, а у нас 2 гранаты. Отлично. На полках лежат ведра и веревка. Веревка, похоже, свежесрезанная. О, канистра. Можно флягу наполнить. Сбросим. Ручка нам, наверное, пока не нужна.
Я думаю. Так, давайте флягу возьмем. Наполним ее. Можно сбросить ее. Жалко, что всего два раза можно поджечь тварей этих. Вот. Ну что, я сохраняюсь и буду на этом заканчивать. Серия получилась такая насыщенная, прям новые локации, какой-то монстр новый, которого не было в оригинальной части. Вот, нашли супер магнум, вот, которым будем убивать боссов всяких разных. Тратить его буду я только на боссов. Вот. И кому понравилось, ставим лайки. Кому не понравилось, ставим дизлайки. Комментируем. Оставляем свое мнение, отзывы. Вот. Можете писать там какую-то помощь. Может, я что-то пропустил где-то, что-то не углядел. Подсказки всякие, только не спойлерьте. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.